Канобу.ру представляет. Слай Купер «Thieves in Time» — четвертая по счету часть приключений Слая, которые были крайне популярны на второй PlayStation. И вот мы переносим их на PlayStation 3. Хороший вопрос. Как лучше перейти к новому сюжету, учитывая предыдущую игру? Если вы помните, в конце той серии Слай заработал амнезию, как бы потерял память ради своей девушки, Кармелиты, которая работает в Интерполе. Он ведь вор, так что представьте себе, какие между ними отношения. В банду Купера входит Мюррей, гиппопотам, который очень любит гонки на грузовиках. Есть еще черепаха Бентли, который вместе с девушкой по имени Пенелопа разработал машину времени. Большая часть разговоров с бандой проходит через специальное устройство, будет еще много заставок. В этой игре, в отличие от предыдущих, будет гораздо больше реплик Слая о том, что происходит в конкретный момент. Ну, знаете, как в Uncharted, когда Нейт всюду приплетает забавные комментарии. Так же должно быть и в Thieves in Time. Бентли стал хранителем Воруса Энотиуса. Это великая книга, в которой описаны все знаменитые члены семьи Куперов, а также содержатся важнейшие секреты их мастерства. Проблема в том, что страницы начали исчезать сами по себе. Истории, приемы — все это пропадает на глазах. Так что надо срочно собирать банду и восстанавливать историю Куперов. На каждый период для героя найдется свой костюм, и вы приобретаете наряды по мере прохождения сюжета. Никаких магазинов или черного рынка, где вы за непонятную валюту просто покупаете новые возможности. Нет, все связано с историей. Если вы получили костюм, его можно будет использовать до конца игры для решения головоломок и обычных задач. Больше всего из показанных публике костюмов мне нравится наряд Робина. Он позволяет брать стрелы из бочки и выпускать их куда-нибудь далеко-далеко, чтобы добраться до этого места по веревке. Также вы можете исследовать ранее недоступные области, обнаружить на уровне что-то ценное. Мы большие поклонники сериала еще со времен второй PlayStation. И вместе с Sony работали над Secret Agent Clank в 2008. Я смотрел, как идет работа в студии Sucker Punch. Они были заняты Infamous, настоящим хитом. Крупный проект. Ну а мы просто мечтали. Мечтали об отличном продолжении Слая Купера. У них ведь, скорее всего, не было времени этим заниматься. Мы получили DevKit, принесли издателю демо-версию и спросили: «А как вы смотрите на то, что следующей игрой про Купера займется наша команда?» Знаете, Слай Купер всегда отличался разнообразием. Если вы помните, было много мини-игр, стелса, стрельбы, бомбежек и бог знает чего еще. Мы изучили процентное соотношение и сохраняем эти пропорции. Будет достаточно и скрытных тихих заданий и сражений, и мини-игр. Один из продемонстрированных уровней — забегалка суши. Это явное испытание на ловкость и невидимость. Вам надо передвигаться по комнатам, не разбив посуды, собирая ножи. Все, чтобы вернуть себе это забавное заведение. Не думаю, что мы представляли новую часть как полный перезапуск сериала. Это эволюция. Главное — сохранить ощущение воровских заданий, когда вы пробираетесь по крышам зданий и смотрите вниз на охрану, думая про себя: «Я знаю что-то такое, чего не знаете вы». И сохранить тот игровой процесс взамен сюжета, под который прогнули все остальные компоненты. И, разумеется, эволюция заключается в том, что вы увидите легендарных предков енота, известных и по предыдущим историям. Вам откроются все их знания и умения. Этакий супернабор воровских навыков, которые улучшат игровой процесс. Конечно, сетевая игра позволяет открыть множество интересных возможностей, но мы не занимаемся перезапуском и переосмыслением сериала. Итак, мы рассказали о проекте Sly Cooper Thieves in Time для PlayStation 3. Выйдет игра осенью этого года. I'm not your cheesy macaroni, Sly Cooper. You got Dimitri! And that's for you, Kenobu.